Здравствуйте, всем привет. Запускайте, я делаю. Берг у нас будет в онлайне. Поехали. В общем, друзья, всем привет. Сегодня у нас раз, два от Берга. Мне, получается, надо или ждать, или нажать на что-то. Берг у нас будет в онлайне. Все, добрый вечер, товарищи. Начинаем. Но мне, получается, надо или ждать, или нажать на что-то. Дэр, все, добрый вечер, левый, поехали. Сам начинаем. Я готов играть, дадится. Жми левую. Так, поехали. Ну что ж, применю сейчас все свое мастерство, которое у меня есть. Я готов набирать задницу. Если управление настроил правильно, главное не гуфнуться. Ну, касценку, наверное, оставим. Ну, пускай, правда, тут все на английском. Ну, черт с ним. Просто для комплектности, так сказать, оставим касценку. Привет, Александр. Рад тебя видеть на канале. Сегодня у нас Resident Evil Adverb. Играем мы в онлайн с нашим, так сказать, знакомым подписчиком. Так сказать, товарищем. Добрый вечер, Александр. Да. Кстати, у него тоже стрим идет на его канале. Если что. Записи будет две. Ну, одна моя, одна на его, соответственно. Huh? What a weird customer. What are you doing? Так, давно я в Эрихард не играл, сейчас. Сейчас надо будет поднапрячь булки, как говорится. Да, все делать быстро. Да, в общем, вспомню все, приму все свое мастерство. Но я буду прикрывать почаще. В общем-то. Стараться, что помню, то и буду делать. Ну, китайская, это японская версия, она больше подходила, так сказать. Я что-то неправильно опять настроил, конечно же. Я, может... Ну ничего, бывает. Нет, у меня что-то кнопки неправильно. Ты, кстати, во время игры можешь поменять. Угу. Тогда мне надо паузу сделать. А тут явно не будет паузы. А тут, по-моему, селект пауза нажимается. Да, ну, так как это онлайн-мод, ее явно не будет. Ну-ка. У меня... Да, особо не стоит. Блин, у меня тут кривое управление. Как всегда, что-то не так настроил. А если я выключу? Так, вправо, влево, вперед, назад, а что это он так понятно реагирует, могу понять. Хо, забавно, а? Ты знаешь, что я ключик нашел? Что нашел? Ключик. А. Причем в туалете. А тут еще для меня какой-то ключик. Блин, я не могу понять, он так поворачивается. Короче, так, тоже сюрпризов наделали. Да. Как я вижу. Так, настройка. Джойстик. Багина. Так, я тут пока паузу у себя сделал. Надо, блин, настроить. Что-то какая-то херня вышла. В общем-то. Ну ты любитель. Сейчас самое время, кстати. Да, самое время, в общем-то. Так. 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 Так, дрон. Так, отлично. И вот это. Ну-ка, примените. Надеюсь, хоть сейчас исправил. Там вечная проблема с управлением дурацким. А вот и второй ключик. Подожди, так это ключ от склада в самом начале тут дают. Все, пора сваливать. Какой-то рандом, походу. О, погоди, так ты уже дохлый. Разве? Ну ты гений. Так, секунду, а как это ему дохлым? Я же вроде, у меня катсцена идет. Правильно. Кто-то там настроечки делал во время игры, вот уже все.
А, нет, я этот, живой. Живой? Ой, я настроил, отлично. Ну так тогда надо что ли перезапуск делать? Да. А ты где, кстати, находишься? Я, кстати, слышу, как ты шагаешь. Да, ну, ты слышишь, а ты типа дохлый. Как я могу быть дохлым? Сейчас проверим. Давай, вообще встретимся, ерунда какая-то. Блин, я же говорил. Привет, Павуха. Не стоило тебе настроечки делать во время этого. Наверное, что-то оборвалось. Да, ты уже дохлый. Тебя нету. Сейчас сделаем тогда перезапуск. Давай тогда перезапуск сделаем. Как-то у нас пошло. Настройки. Ну пока делай перезапуск, я тут кое-что проверю, в общем. Вот любитель ты напортачить с настройками. Да, я такой, блин. Да это гребаные кнопки, они тоже не настраиваются. Я уже так играю, как есть. Так, блин. Звук игры тоже дурацкий. Ну, почему-то. Так, сейчас сделаем. Здесь вообще звук убавлю. 46. Так, блин, эти зомби тоже покой не оставляют. Так, ну это нам нормально. Что ж, я тогда пока создам. Пускай не будет вещь. Вторая комната. Так, сейчас я, в общем, тут, блин, донастрою уже, как говорится. Я, да, скажу, я пока вторую комнату создам. Ага. Слушай, тут трафик уменьшил, Павел. Ну, правильно, Павлуха. Так, сейчас. Так, это вперед. Лефт. Вот, право. Какая-то херня, блин, творится. Ну, на лефт, лефт, вниз. А ДБА название будет? Пароля не будет? Зомби, черт возьми. Ты даешь. Да, блин, одно там другое. Сейчас надо, что ли, сделать стоп-старт, чтобы запись была как бы без прелюдии долгой. Не, ну думаю, пусть будет с прелюдией, так даже интереснее будет. Да? Ну ладно. Сейчас я выйду тогда из игры. Прости, друзья, за техническую неполадку. У нас тут проблемы немножко с управлением. У кого-то проблемы? У меня. Ну сейчас все я настрою, все работает правильно. Встревать не будем. Встревать не будем. Интересно, так, что ты мог такое там сотворить, что и подохнуть успел, и все вместе взятое. Да, блин, тут такое дурацкое стечение обстоятельств. Управление криво настраивается на джойстике. Как бы нажимаешь кнопку влево, она почему-то другую кнопку ставит. И надо несколько раз нажать, оказывается. Так, ну что, вот, в общем, я еще делаю игру, тут у меня опять три строчки. Да я тебе, это, можешь заходить, я создал, АДБА называется, вторая комната. Так, а как мне выйти отсюда? Из этого? Тут у меня три строчки. Так. Мне надо зайти в RoomList или DTBase? Да, в RoomList. Так, RoomList. Так. Area 1, да, как это? Да. Просто, блин, как понять. А, вот АДБА. АДБА. А там уже 2-2 стоит. Опа, кто-то зашел. Ага. Кто? Не знаю. Блин. Создавать по новой, а? Ну что за дела? Я тогда жду. Чем на трех игроков может создать? Кто там лезет? Можно на трех, в принципе. Да, можно даже чтобы нам тараканов кинуло. Не, ну лучше на двух. Раз мы на двух собрались, то лучше на двух. Трех создам уже, хрен с ними.
Ну пусть бы трех, но если нам не зайдет никто, то нам тут сложно. Это да. Сколько тут персонажей? Так, а где твой? Сейчас. Создал? А. Так, все, very hard. Пароля нет, название дебатуры. По-моему, вторая комната. Все, я на троих создал. Я не ожидал, что кто-то так быстро зайдет в комнату. Ну и так есть, так сказать. Так, вот я вижу Буба. Да, у меня Кевин. Да, человек. Третий подойдет, не знаю. Подождем 30 секунд. И можем начинать тогда. Да, надеюсь. Так, я пока за водичкой сбегаю быстренько. Вот как раз давай, таймер будет. Уже зашел, кстати. Так, я снова тут. Отлично, этот товарищ зашел. Так. Ну что ж, тогда я все теперь мастерство применю. О, он взял Йоку, это здорово. Больше места. Было бы сейчас что главное собирать. Ну, заставочку нажмем пропуск. Если да, уже видели эту заставку. Ну, следующий уже оставим, как говорится. Ну, и можно убрать там уже, как говорится, как пойдет. Так. Мне больше интересна национальность этого товарища. Ну, наверное, европеец, может, я не знаю. Так, вот, сейчас управление в самый раз. Сейчас вообще ништяк. Идеально, как на приставке. Все, сейчас весь свой потенциал я распространю. Ну-ну. Так, нас же в Эрихард. Жать. Вот будет забавно, если сейчас предметы поменяются опять местами. Да. Завис, перс. Завис. Так, ну, мужик, я... Привет. Чего не гуфнулся? Да нет. Бери ключик на барной стойке и погнали. Че там же барахло начинаешь скидывать? Ключик взял, все. Да, сейчас, один момент. Может быть забрать, так ты взял ключик, дверь открыл. А, ключик нет. Сейчас посмотрю, сейчас пойдет. Ага, ключика что-то на столе нету. А, я начал взял. Я в инвентаре у тебя не видел. Так, я катсценку пропустил, в общем-то. Мы же ее видели. Да, в общем, друзья, там зомби прорвались и сожрали бармена. Те, кто не знает, я объясню так. Может, кто-то и не тебя играл. Вместе с ним в прошлый раз. Да, но это был в прошлый раз. Так, здесь, короче, ничего нет. Ладно, валим. Все, короче, давайте теперь выбираться. Дверь открывай, главное. Да, сейчас я быстро приду. Заходим в какие комнаты. Ох, как же я жажду поиграть онлайн. Где ключик-то? Меня. О, дело. Ох, сейчас вы обалдеете, наверное, от моего скилла, как говорится, как я тут тащу. Сейчас гуфнет. Нет, 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 хватит. Так, у меня же... Так, черт, зомби. Так, ключи же у нас есть, нам нужно ключи сейчас найти. Причем даже уже ключ от кладовки есть.
Вообще супер. Нам нужно ключ от этого найти. Травка. Все, я сейчас буду баррикадировать. Так, давай баррикадируй, я сейчас. А этот товарищ пошел гулять, что? Все, закрыться от него. Ну не знаю. Он, наверное, что-то хочет взять. Долго он хочет. Сейчас сюда Рава придет. Ну если что, я этот задержу эти. Так баррикадировать или что? Не знаю, пока не баррикадирую. Я если что. Как знаешь. Я пока магнум есть. Это не магнум, это кольт скорее. Да, у меня пока кольт. Ключика тут нету уже. Уже где-то спрятан. Хрен его знает, где он спрятан. Давай, иди, короче, ключик ищи. Ладно. А, она меня зовет, кстати. Ладно, я иду. Я иду. Ну, да, замечательно. Ну ты там, короче, держись, я сейчас быстро посмотрю, что там быстро сделать. Она может что-то ключ нашла, не знаю. Тут уже Рава бродит, замечательно. А, она вышла. Ну все, сейчас мы идем к вам. Короче, к тебе. Ой, блин, стоит. Все, Рава уже напустили. Нет, давай, закрывай, короче. Лады. Черт, уже зашли. Че там в комнатушке то забыли? Она меня сюда зовет. Где патроны магнума лежали, где еще ты шкаф открывал, чё? Там нет их сейчас. Ну не знаю, может она хоть примет. Ладно. Может вообще, честно говоря, логично боеприпасы взять на самом деле, здесь тогда еще полю. Ох, ладно, если такая гулька пошла, сейчас взломаю замок злочастный. Ну тут замедление идет большое. Призы что ли, тормоза. Ну это бывает. Ворона бей. Сейчас. А я пока ломаю. Какая жучая, три пули. Ты еще попасть в него, мудрец? 6 патронов на одну ворону, офигеть. Дверь держать надо, сейчас скорее всего будет. Да, так, я сейчас держу. Я держу дверь. Что-то не ломает. Нифига что-то. Ладно, пробуем эту. Давай, ломайся. Интересно, долго ты продержишь? О, взломалась. Ага. Чё тут? Аптечка. Нахуй. Так, она открыла. Так, я выхожу. В общем, ты тоже выходи, тебе пришел зомбик. Вот как раз пушку испробуешь. Но ты можешь отскок сделать быстрее, когда он на тебя нападет. Там вообще-то спрей был. А, ну, отскок сделай и быстро. Да, я уже свалил оттуда. Вы гений, вот. Конечно. О, а дверь сейчас закрыта. Ну, где ключи? О, бригада идет, а? Так, я сейчас заряжу быстро. Один. Замечательно. Занули, но не страшно. А, сразу 4, вообще супер. Сейчас магнум. Все, можно пилить, короче. А то там еще пачка идет. Так, ну все, уходим, да, получается? Ключ нашли-то? А, ключ еще нет, по-моему, нашли. Вообще посмотреть сейчас у Йоку. А то что-то печаль. Сейчас посмотрим. У меня-то ключа точно нету. Или у Йоку, или он валяется где-то. Так, хорошо, что ты закрыл, сейчас я пойду на пусть. Я, в общем, в эту комнату. Вообще, нам надо было, знаешь, как вообще в разные комнаты пойти посмотреть. Ну, уже раз топ-то пошел. Куда он делся, блин? Каждый по своей комнате. Ага. О, я нашел. Зашибись. О, уже обшарили кладовку. Ни хрена себе он патронов насобирал.
Да блин, черт. Мышка подзависает. А это знаешь, когда двери открываются. Ну и когда предметы берутся. Ну, иногда. Блин, вот сейчас, честно говоря, вот опять. Завис прям, не знаю. Ну это, блин, фески тогда будет так. Это чем мы дальше друг от друга называется. Да, где ты есть? Еще одна трава. В какую из комнат спрятался? Я где комната владельца бара. И граммофон еще. Сейчас заряжу свой пистолет. Давай шустрее. Сейчас. Все, беру ключ и валю. Вот этот аптечек насобирал. Я тоже две смеси взял, но они пригодятся. Я иду. Он уже ломится, сволочи. О! Другое дело от сволочи. Забавно, то, что... не убьется, это еще ничего страшного. Забавно, что тут ключ от кладовки дали в самом начале. Так, да, сейчас еще одна часть. Нам нужно же еще ключ получить от этого. Иди бухло вот, бери и придется сейчас опять идти назад. Так, я сейчас тогда бухло быстро возьму и свалю. Ладно, зомби сейчас. Я вижу бухло. Ага, я, вон уже я... слышу. Топ-топ-топ-топ. А, вон он здесь уже падает. Так, ну я, короче, напустил еще толпу зомби. Ты молодец-то какой. Ну это по-любому пришлось бы сделать, потому что где-то нету. Сейчас, в общем, надо... Швабра дурацкая. У меня пока пистолет Беретта, в общем, 15 под... заряжен. Пойти, что ли, спрятаться? Ух, и харава тут, а. Ты можешь, кстати, отойти, спрятаться, максимально уклоняться от них. Да, что я, собственно, сейчас и буду делать. Да, ну я быстро, я уже сейчас зашел в комнату, сейчас поставлю бутылью. Зомби сзади меня. Так что, полез я наверх. Забьет его зомби, он забьет. Ага. Вот это уже коктейли забодяжил. Еще один ко мне рвется, да, господи. Ну все, короче. Будем сидеть наверху. Да блин. На, папой кацан, страшно. И этот слезет наверх. Охреть, он набрал аптечек. Так, ну я это... Ну он же самый слабый, по идее. Поэтому... Зомби перед меня вышел. Блин. Уже даже не до спецпредметов, блин. Ну чё, где-то там и есть. Я уже иду к вам на склад. Сейчас. Сейчас прими. Они, кстати, там все внизу лазят. У меня только пистолет. Самое оно. Обычный пистолет. О, ну зато есть аптечка. Ты справишься. Да, я сейчас поставлю. Ну, сейчас применю свой весь талант. Так, знаете. О, другое дело. Ага. Вот это я понимаю. Ну так все, полиция? До свидания. Адьос, мотопакер. Все. Видел, как я технично пробежал. Они даже меня не учили. К сожалению, не видел. Надо потом посмотришь записи этот момент. Они даже меня не заметили. Мастер. Я же говорю, я мастер первого файла. Да, я второго. Свобода, вот он я. Так, ну сейчас-то мы только сделали самую такую основную часть. Это удивительно, что никто не гуфнулся. Вообще да. В общем, ее, как я понял, тут поиграет, ну, в общем, уже профессионал, знает, что делать. Меня вообще удивлен, что-то быстро слишком зашел к нам. Че, я пошел кладовку открывать? Давай. О, сволочи полезли.
Так, ну у меня 17% заражения, у вас сколько там? Да, меньше. Меньше? Мне чуть больше осталось по заднице. Травку возьми там сзади. На ворон да лучше, наверное, не отвлекаться, учитывая, что они там по 3 пули. Они мешать будут, надо купить. Они нам не дадут перелезть. Мозг крошит. А я бы как кладовку обчищу. Ах ты, падла. Так, одну я прикокушил ворону, вторую тоже прикокушил. Да. Еще одна, ее надо кушать. Все, я ее прибил. 3 вороны ликвидировал. Ну что, профиль. Я жду профиль. А ты думал? И что тут у нас? Обойма пистолету. Что еще есть? Аптечка. Ну все. Я ломать нам выход. Все, по патронам, по идее, тут уже хватит до финалки. У этого там полный рюкзак. Так. Плюс коктейль есть. Так, ну поехали. Че он пошел в кладовку, там же все обчистило. Это все хабарим. Так, подожди, подожди, я со шваброй все. Ага. Вот так. О, супер швабра. На тебе обойму еще. Ага. Да. А мне трубу давай. Давай трубенцию. Держи. На тебе. Все, полезли отсюда скорее. О, как раз полицейскому нужны обойма и все остальное. Все, ворон ликвидирую. Если бы их не ликвидировали бы, то тупо бы нас они потом не дали бы нам запрыгнуть. Отцену, наверное, пропускаем. Ну, короче, зона отцеплена. Вот что нам сказал офицер полиции. Да, в общем, пропустил я отцену. Зона отцеплена. Если мы не выберемся, то, в общем, наш шанс будет потерян, друзья. Это сказал офицер полиции. Тут не такие содержательные отцены, друзья, в этой части от Берка. Так что мы будем вам сами говорить, что тут происходит. Человек, как обычно, не допрыгнул. Кстати, у Йоку плохой арсенал. Да, он там нас собирал. Профи какой-то, любитель кошмар модов. Так, я допрыгнул отлично с первого раза. Да. Тут, кажется, откуда-то же бежит. Сейчас я Йоку дождусь. А я вот думаю, дожидаться или нет. Тормози. Все. Тормози. Блин, такие гуфы, они, конечно, портят будут игру. Потому что то там предмет не довзял, то зомби там может ранить. К счастью, эти лаги мелкие. А еще, может, потом на другом сервере проверим. Тут же их несколько серверов. А, ну, наверное. На тебе по щам. Хорошо, что ты дамажил. А, чёрт. О, травка. Хрен с этой травой. Или так, взял? Я возьму траву. Ладно. Давай ты мне этот дашь траву. А я у тебя возьму. Все, он всех полечил. Ладно, хрен с ним. Время-то тик-так. Вызывай лифт. А то сейчас туда останемся. Не, ну он молодец, классно играет, профессионально видно, что сразу. Знает, что брать, как бы брать. Чисто съёб. Так, там смешан. Забавно, что, кстати, можно смешивать синюю с красной травой. Этого никогда нельзя было делать в резидентах. Я сваливаю. Так, валим. Валим. Let's go. Go. Ну что, двигаем машину в ближнюю? Да, ближнюю, потом уже ту. Ну ту не обязательно, можно прождать возле машины. Они тогда не будут. Знаешь, если сейчас тараканы полезут,
У тебя будут тараканы. Я на тяжело и на very hard. Оба тараканы будут. Да не, у нас же были вдвоем, когда слышу тараканов. Да, я же знаю. Я уже наизусть знаю тараканов. Да не, мы же вдвоем, когда играли, тараканов не было. Может, на норме или нет? Толкать тоже быстрее. Да не, мы на харде играли, вдвоем тараканов не было. Раздавить жалко их машиной нельзя. О, здесь тоже дверь открылась, смотри, давай ты что-нибудь папку. Да иди лутай. Пистолет дали, между прочим. Че, давай мне второй есть. А ты мне дай аптечку. Опа. А черт, они уже... Так, надо прибить, а не помешать. Тут я лучше побегаю вокруг. Пока ты их валишь. А, кстати, против них спрей неплохо этот. Против грызунов действует. Да, вот этот спрей у меня сейчас, я его использую. Ах ты. Спрей против грызунов. Ну он как эти же, как насекомые, поэтому не действует. Тут. На самом деле, кстати, они довольно-таки легкие. Даже, ну, да, проще зомби с какой-то стороны. Сюда, короче, пока ты там. А, хрен. Я швабры забрею. Хрен там, нельзя. Все, отлично. Но это место уже сейчас главное продержаться. Нам еще зажигалка нужна. Хотя у Йоко не было. Да его этого можно взять сейчас. Йоко уже взяла, по-моему, зажигалку? Конечно, носит с собой. А, ну тогда все окей. Сейчас вот здесь надо продержаться, самая трудная зона. Тут. Пистолет ты отдал, было бы хорошо. Так, ты иди сюда, ближе вот, к полицейскому. Патрончики. Давайте я возьму. Давай. На. Или по новой надо попросить. О, давай. Они идут. Так, держи. Держи. Вот. А, чёрт. Да что? О, вот это было... Кстати. Так, несколько сразу пьёт, отлично. Они, кстати... О. Молодец. Коцнуть не дали. На тебя, сволочь. Блин. Зависает фини-фини. Так, тебе придётся повториться. Как? Так. Быстро-то ее завалили. И меня ядом, сволочи, заразили. Пистолет бы твой забрать. А у тебя все по нулям, уже замечательно. Че, кому аптечку? Наверное, тебе надо, тебе. Давай. Пока. Нет, пока лучше не стоит передавать предмет, здесь слишком опасно. Да пока надо никого продержать. Нет. Эту зону. Хотя нет, сволочи идут. Я помогу. Давай, давай, пока вышибай там. А ты тут гулять будешь. Да. Я прогулаю. А черт. Сейчас будет. Ух ты ж. Блин, у меня патроны кончились. Черт. У меня и смеси нет. Зато есть у меня. Так, мне спрей нужен. Тебе эту аптечку что ли заюзал? Да, мне аптечка бы не помешала. Черт. Кровь идет еще. А долго он ломает дверь, сволочь. Ну неужели? Так, наконец-то. Вот здесь надо еще продержаться. Надо сейчас быстро все открыть клапан. И. Зажигалка. Все дело. Как сыну. Бравый полицейский. Да, погиб, конечно. Наш полицейский, прикрывая нашу задницу. Так, надо сейчас бежать. О, ты тоже ранен? Нет, у меня кровотечение. О, зашибись. Так, я, конечно, в дерьмовом состоянии. Че, бензин? Главное, бензин. Так, к черту, дробовик у полицейского или что там? Да, дробовик это
херня, честно сказать, там дальше будет получше. Ой, блин, что. Дальше-то мое оружие, по сути, не особо нужно. Ну да. Дальше-то и оружие на самом деле не нужно. Там уже просто надо быстро все сделать. Все, зажигалочку подаю, срочно. Сейчас она сделает зажигалку, все, отлично. Молодец, прям профи. Да, я же как прям я, вот прям один-один знаю, что делать. Да-да-да. Нет, ну я просто раненый тут, поэтому... Да. Короче, поджарил. Я пропускаю контент. 40 ножек. А этот парень решил насладиться зрелищем. Угу. Ну еще. Кстати, вот тут, по-моему, если стоять наверху, никуда не уходить, взрыва все равно не будет. Нет, взрыв будет, и другая. Все. Поплыл. Я уже думал, он решил там взорваться. Вова слишком изи, когда я это понял. Все, бубух. Па-да. Бам. Бам. Верно. Вот. Бензин тут, получается, и в водичку эту налился. Ибо если бы он туда не налился, гореть она никак не могла бы. Ну да, это конечно. А так как помогает. Так, ну чё, вот тут теперь так, можно. Так, пиво здоровья. О, кстати, давайте там пушу. Всё, топ. Сейчас тебя полечит этот парень. Лечи. Не лечит. Давай, пестик. Отдавай пистолет. Открой бардачок. А там пистолет. Вообще тебе травку надо найти. Да, ладно. Травка, кстати, есть. Красненькая, зелененькая, осенненькая. Один ты зараженный у нас бегаешь. Рассадник. Бацил. Да, кстати. У меня, кстати, 37% заражения, у тебя, кстати... У меня только 24. Я не помню. Мне не помню. Нормально. Спортсмен ты ж. Наш спортсмен. Да. Ну все, как говорится, самое сложное было пройдено. Как же громкая игра? Разве? Мне игра нормально. Я убавил громкость. Блин. Я тоже наполовину поставил. Ну да, вот у меня 46% динамики. Я могу, конечно, миксер зайти. Ладно уже. Мне просто по ухе говорит, что у него громко. О, я тебе синюю травку нашел. Нужна? Нет, спасибо. Ты же зараженный бегаешь, бацильщик. На травке тебе. Да, микшер. На, микшером у нас занимаешься. Так, паух, как вот сейчас? Нормально? Отлично, все нормально. Меня еле слышишь? Ну тут это, наверное, может быть еще и скайп и всякое даст. Наверное, меня лучше слышит, хочешь сказать. Ну да. Все, пора ехать. На, травки в синюю, а то бегаешь, бацильщик. На. Да, толк у меня от нее, ты травы. Зараженный бацильщик, бегаешь. Так. Полиция города Ракушина. Просим сохранять спокойствие. Катсцены убираются тут, так сказать. Один нажмет, у него там будет стоять еще, а все не нажмут. Ну да. Все, товарищи, внутрь, сказал нам офицер. Да.
Крутая баррикада, которая остановила такую бронированную машину, блин, спецназовскую. Просто гениальная полиция. Ну не зря же. Привет, анимуша. Да, они... Сейчас получше, но да, напарника лучше слышу. Странно. Видишь, какой я голосистый. Тогда буду громче говорить. Так, ну что, запасаемся хабаром и вперед. Так, а где ее? Привет, привет, анимуша. Там уже, походу, хабар побежал с игры. Так, вот эти стволы мне нравятся. Ага, два дробовика лежат, я их взять не могу, замечательно. Чё, дробовик тут вообще есть? Чё за фигня, патроны дали, а дробовика нет. Наверное, тут один дробовик, скорее всего. Ну чё за... Я тут где-то выбросил патронов 20 штук, а вот они. Хотя здесь пушка лежит, кажется, и спрей лежит. Целый. Я не знаю, возьму с собой дробовик патроны тогда. Все, схват. Зачем тебе пустой пистолет в инвентаре? Нет, я взял полный, сейчас пустой тоже. Чё ты там хапать берешь? Ёпта. Аптечку. Все, у меня тоже 20 пуль. Не знаю, зачем 7 на дробовик. А, ну слушай, это, наверное, у полицейского можно было взять же. Так, у тебя, кстати, патроны пистолета. Пистолет. Я хорошо затарился. У меня 40%. О, еще синяя травка. Так, черт, патроны дробовика. Вот они. Вот эта пушка по мне. Так, ну, с первым сценарием мы быстро с ним разделались. Между прочим. А, ты забрал магнум. Ах ты хитрюга. Ну, а чё? Ах ты хитрюга, забрал магнум. А я-то, в принципе... Кевин-то любит магнум. Ну да. Только цену показали. А я ж первый дошел. Тут хоть нормально работают катсцены без глюков, это уже радует. Так, ну мы, наверное, пропустим. Это называется бетонная баррикада, из которой можно перепрыгнуть, удерживать целую араву. В общем, там сожрали, друзья, троих полицейских, которые это все держали, они устанавливали бомбу, в итоге бомба развалилась. Теперь наша задача. Бомба-то в порядке. Ну, она развалилась на части. Детонатор развалился на части. Пистолет, а нахрен пистолет. Ну чё, сейчас постреляй, ах ты. А кстати, ты зря пистолет не берешь. Помешал. Получай. Так, я пойду пока детонатор собирать. Да, ты будешь собирать, ну ладно. Зомби что-то плющит не по-детски. Ого, блин! Да как они. Ах вы. Получай. Так, ты пока там беги. Много-много сволочей. А где этот делся, товарищ? Да блин, как они так все идут? Воу-воу-воу-воу, меня тут уже валят. Что за хрень? Вы что, прикалываете, что ли? А, ну да, кровать, конечно. Вот, Денджер. Супер. А ну все, меня тут завалили. Ты даешь. Да вообще охренеть, на ровном месте. Вылезнет. Где-то есть вообще. Да я справа от тебя вон ползу. Где ползешь? А, вот он ты. Ну ты детонатор. Да блин. Опа, магнум закончился. Так, сейчас я это соединю. Ну, слушай, бегаю как гордо. Все, готово. Кто-то чуть копыта не отбросил. Ага, чуть, блин, не откопытился там на месте. Все, взорвем. По
победный ролик. Кстати, было бы забавно, если показывали сразу всех троих. Да, было бы очень просто, кстати. Да. Персонаж говорит, это было невероятно. Примерно. Тут сразу вдруг полицейских прибавилось. Нет. Все, и баррикада вдруг исчезла. Да-да-да. Ну, я думаю, этот мент все подстроил. Да, это был максимум виноват. Так, ну персонаж говорит, типа, такая вот ситуация сложилась в городе. Мертвые начали ходить по улицам. Это такое становится нормой. Настало время вдаваться. Да, журналистка пишет об этом всем в своем блокнотике. А сегодня заблокировали Транспорт Сити. Сказали, что химические отходы были за завода. Как вы хорошо японские субтитры переводите. Нет, ну это на самом деле я знаю перевод от пиратов. Я же проходил много раз, поэтому научился. Так, один момент, я хочу проверить на гриме. Парадом уже не следует, нам сказали. Человек. Опять чатик что-то моросится. Да, продолжение следует. Пато 2. Пато 2. Пато 2, да? Надо будет посмотреть Пишу. Потом его. X-Game, вроде бы. Что, создать на четверых для интереса или на троих создать? Можно на четверых, может кто-то зайдет. Кстати, Анимуша, как тебе игра наша, так сказать, в этот сетевую? И Буба, у тебя, кстати, сколько там зрителей-то сидит? Есть кто-нибудь? Да, на ютубчике. И на ГГ кто-то еще. Я сейчас не смотрю в чатик. Ну, я имею в виду конкретно людей. Да. Что тут купить надо было нажать? Второе посередине. Бомбист. Создал? Так, нет, сейчас создадим персонажа на этот раз, я, наверное, Марковича возьму. Или Алису опять. А какой сценарий будем играть? Второй, по порядку. А, ну да. Ну, наверное, Марка можешь взять. Там холодного оружия много будет, да? Да, по-моему, что-то такое будет. Да, норм пишет Анимуша. Ну, это класс. Кстати, Анимуша, Буба тоже сейчас стрим ведет. Может, через его да, канал просмотреть. Заходил ко мне на канал. А, ну тогда нормально. Все, на четверых создаю. А? Ага, может, кто зайдет. А не зайдет, пересоздадим. Бэкэда, да, у тебя? Да. Так, я беру, наверное, Кевина. И мой ну, естественно. Смотри. Кого же? Слушай, кстати, тут, по-моему, этот... Слесарь Дэвид бы мог подойти. Помешал. Может, мне надо было его взять? Возьми его. Так уже поздно. Так, уже не взять. Кевина, ну, все-таки... Да, я возьму Кевин. С Кевином как-то привычно играть. Так, два человека есть. Сейчас посмотрим, если никто не зайдет, создам на двоих. Да, минутку подождем от силы. Все. А ты что там ждать долго? Сейчас, когда закончится, вот это 9-я минута. Тогда я, кстати, могу Дэвида взять. Ну, можешь и Дэвида взять. Привет, Евио Резиденский. Аут, что ли? Да, это Resident Evil Outbreak, первый файл. Играем мы, в общем-то, с моим товарищем Бэй. Он тоже сейчас стримит. Проходим сетевую игру. Вот сегодня только решили запуститься. До этого куча настроек сделали. Как видишь, дружище. Ты, главное, зрителям предлагаешь, хотят присоединяться. Да.
Да, если у вас есть желание, друзья, присоединяйтесь, как бы мы только за. Чем больше, тем лучше. Если у вас, конечно, уже есть аккаунт там и, в общем, все остальное, регистрация. Ну, это можно и помочь настроить. Да, если что... Уже готовый эмулятор есть. Вот такие вот дела, стримим вот Unberg по сети онлайн, вживую, живыми людьми играем и с ботами, как обычно. Это бывает на приставке, на эмуляторе, опять-таки. Так, ну пока что никто не пробавляется. В принципе, можно еще подождать, может присоединиться. Кстати, чуть хорошо у этого Дэвида, хотя на кошмаре это нехорошо. Есть заточка всегда с собой. А еще, кстати, гаечные, да, ключами кидаться. Кидает их так ловко. Но у него набор хороший для выживания, он сам по себе такой персонаж, который, в общем-то, для выживания прям в самый раз. Как этого зовут, забыл, который общество не любит, всегда в стороне. Социопат, во. Да-да-да, вот что-то такое. Он социопат. Ну, в общем, одиночка, скажем так. Короче, похоже, тот товарищ пропал с концами. Так что можно выбрать Дэвида. Да, кстати, по-моему, за него тут можно эти... Есть в нескольких местах щитки, и там будет набор для него. Так что да, я лучше его возьму. Павуха пишет, я в Dead Island, не против на харде. Конечно, мы будем на харде. А там все равно помер, воскрес. Ну да, так что можно и на харде, в принципе. Реальное выживание, там говорить. На кошмаре хоть на чем. Да. Так что можно будет Павуха. У него Павухи, по-моему, 4-5 за выходной, он говорил, так что можно будет в такие дни поиграть с этим. Так, ну что? Создадим тогда на двух человек, и я возьму другого персонажа. Давай. Сделаем так. Да, я выйду отсюда, наверное. Да, тебе зайду и так на... выкинет сейчас. Хосканул гейм. Так, создаем по новой. Так, создаешь по новой, я сейчас зайду тогда. Себе. Назову. Да так же. Беседа. А, так, в принципе. Просто вводится. Удобно. Все, very hard. Персонажа. Все, Дэвид. Так. Friendly Fire, вот было бы еще забавно включить. Нет, уж учить не надо Friendly Fire. На ультра харде это тоже жапень. Просто друг друга перепьем, скажем. Ты мне не даешь аптечку, я тебя убью. Примерно так. Так, ты взял Дэвида, да? Да, я возьму. Да, поехали. Ну, своего я персонажа, там. Кевина. Кевин. Мне хотелось бы Алису взять. А то, что тут? Ну, вообще, в принципе, она лучше будет тем, что у нее отмычка есть. По-моему, тут тоже что-то можно взломать. Но, с другой стороны, у Кевина есть кольт, который на босса пригодится. Да, Кевин у вас. Кевин. Крит выстрел с кольта, это все-таки сила. Да. Ну, это... что, товарищ, поехали. Поехали. Так. Да, завтра и послезавтра выходные. Вот как раз Павуха, посмотрим. Я выберу времечко. Посмотрим. Сейчас, честно говоря, много проектов, которые мы хотим посетить, поиграть, да и в принципе вообще просто. Ну, постараемся найти время. Да, вот у нас уникальный проект. Да. Unberg. В принципе, можно ночью замутить там 12 часов стрим. И сегодня так ночью начали. Завтра, наверное, будем так днем 4-5. Ну что, у тебя катсцены не глючат, да? Да вроде пока нет. Подлая ученая, решившая украсть образцы и свалить по-тихому. Да, такая вот ученая. С очень содержательным диалогом. Я уже хотел сказать его товарищ. Мне еще скачать там любимую будет. Заточку. Ну, не знаю, Павуха, вот насчет скачивания Буба. Там, кстати, можно на пиратке играть Dead Island? На пиратке? Ну, возможно, через сеть или как-нибудь там, через кряк, там можно, но проще, по-моему, ее было за рублей 100 купить на распродаже в Steam. Она там 149 или 100 рублей стоила.
Ну, не знаю, в общем, пиратку скачивать. Может быть, повуха ты у тебя получится прикупить ее в Steam. Она недорогая. А, кстати, да, просто нам ее уже не купишь. Там же продают эту улучшенную версию. Ну, можно и улучшенную версию, не знаю. Ну, это и нам тогда ее покупать придется. Блин, тут туда никто не сюда получается. Лучше ему, если есть где-то по дешевке ключ купить на сайте, там купи ключ, плати ру, найти, посмотреть, сколько стоит ключ старой версии этой, не улучшенной. И все как бы. Ты где там загулял? Да, я иду, я тут чизу купаю. Гуляка. Да. У меня лицуха. А, ну если у тебя лицуха, вообще здорово. Ну так что тогда? Че переживаем тогда? Да, тогда можно спокойно. Привет, Колено. Напасть урона рубли 130 стоит. Ну, это вообще копейки. Зак. Здравствуй, Колено, здравствуй. Кацан, я пропущу. В общем-то, тут такой очень содержательный диалог, который, я не знаю. Прям так. Ну, подлая ученая так забрала карточку и свалила. Да. Так. Шалом. Труба. Уже дело. Так, вы там где вообще? Услышь, я там где-то. У меня пока магн. Да, да не магнум, это кольт. Кольт. Да тот же магн. Знаете, трубу. Спасибо. У меня же все-таки есть заточка. Да, у тебя есть заточка и гаечник щит, так что я уже преимущество есть. Главное не пропустить эти щитки. Ты все равно в стиле качать надо, я удалял. А, ну в стиле это ерунда, там само собой оно скачается, установится и все. Так вообще изи. Коляночек, кстати, не хочет с нами онлайн рубануть. Да, кстати, Колян, есть ли желание в отберг поиграть? Поможет настроить, в принципе. Я тоже. Уже все готово, там пары да шагов. Все, считай, готово, только ригаться там немножко надо и все. Тут разработчики пугают, типа. Ага. Кого ссылку? Ну, на Яндекс.Диск. Это с я на Яндекс уже все залил, эмулятор это. Ну да, там все есть. Ну антискин здесь, что? Давай сюда скорее, тут зомбяк поднялся. Так, я уже спустился, но я в другой зоне. Я хочу. Сволочь. Так. Травка. Кстати, предметы раскиданы вообще непонятно, местах. Ага, мы еще в разброс. Такое не видел в одиночной игре. Неожиданно. Сволочи. Ну, типа, думал. Ну все, с ночи приду, поставлю качать показ. Доспуск качать. Да, вот так, в принципе, надо сделать. И зарубимся повуха от души. Я, в принципе, тоже хорошо играл. А, вот и вы, товарищ. Да, вот меня тут тоже насилуют по нему руками. Сволочи. А вот и щиток. А, черт, меня тут жуют по программе. Давай, зомби, вали тут щиток. Так, я валю одну. Травку одну скушаем. Хорош. Ах ты ж, сам разбирайся. Ладно, я упекать больше смогу. Да блин, подошел так. Че, кровотечение открыл? Точно, кровотечение падло. Так, ты там не двигайся, у тебя же кровотечение. Опять я сейчас возьму. Там же коды нужно водить. Да ну гада вали уже. Вот так бы сразу. Да, тут, кстати, патрон нужен. Я тебе что-то уже именно взял, на тебе. Не слышал. Резик от Бер. Чё он такой живучий? Я ему штуку просадил. А, вот еще один пришел. А, ну здорово, без тут валит. О, кровотечение прошло, отлично. Так, там нормально, живой еще. Живой, здоровый. Там щиток, по-моему, был, который можно открыть. Как его открыть? А эти заразы. Ну я ж открыть могу. Да блин, как подошел? Вот мочи гада. Глюк? Я не могу понять. Не. Понятно. Ой, о, блин, тут теперь зомби. Многовато, блин. Да ё-моё.
4. Четвертый, 4. Все, нахрен. Ну все, мне, я... Сейчас кому-то ГГ будет, да? Да, я сейчас кому-то ГГ, что Да, блин, что за фигня? 4 зомби, слишком много. Неудачное начало. Блин, да что ж такое-то? Почему в сторону? Профи завалили. А можно будет попросить микро потише сделать? Орёт? На тебе, правда. Да я труп, ну все, мне надо поднимать. Короче, так проще заново начать. Да, надо заново так начинать, это не дело так. Так, давай, держись там, поднимай меня. Да, все. Хотя у меня есть травка вроде. Ты так принимай. Тут хрен тебе дадут принять. 4 их, ладно. Да блин, что так много-то их, ё-моё. Ну все, мы трупы. Надо отползти. А, если ты траву примешь, то ты еще встанешь. Да, только... Чем я этих валить буду? Ну мы... Ты меня вытащишь, и мы пройдем. Вот эти уже уходят, смотри, двое ушли. Отлично. Парень, даже трое ушли. Все, один... На тебе крючок. О, все, пошли, пошли, держись. В общем, мы еле-еле тут. Замечательно. Подожди. Я оттуда пришел вообще-то. А, ну значит, не, ну нам туда не нужно, по идее. Там же химикат. Нам нужно заново такими темпами начать. Да, ну да, попробуем, может, что-нибудь видеть сейчас. Сколько у тебя там заражение? Заражение, сейчас гляну. 42. Нормально, хватит. И дальнейшими путаться. Но здесь зомби нет. Блин, маг потратил я без. О! Что? Карт нашел, колоду. Что, нашел? Колоду карт. Колоду карт? Это для Дэвида, да, как я секретно. А вот тут трава. Ё-моё. Ё-моё. Кривой я, блин. Бери траву, бери. Я тебя прикрою. А ты чё, будешь полудохлый ходить? Ну ты меня будешь таскать. Новорождён. Так, код вот всё. Вводить надо. Не до кода. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я упал. Замечательно. Так. На тебя, сволочь. О, видишь, ключи тебя, кстати, выручают. Да, только они не бесконечные. О, пистолет, то что надо. О, может мне дашь, я тебя... Забирай. Технически. Полудохлый этот, забирай. Так, забирай я же. На. А, еще кто-то захватит. Так, сейчас беру, беру, беру. Все, давай. Да блин. Ага, сволочь. Ну все, набежала. Опять я упал. Поднимай мою задницу. Да. А, тут еще третий лазит, походу. Да ё-моё. Сколько ты можешь падать? Наверное, уже будет 80. Сволочь. Просто сволочь. Мы их забрили. Угу. Два ключа осталось. Черт, ну это слишком... О, еще. Так. Следующий тут... сказал заведующий. Код ввести не дадут. А это ужас просто. Давай-ка я дверь закрою, удержать, а ты этот. Да этот живой еще, падла. А, хрен надо держать. Слишком сложно, да, я согласен. Надо просто не на хард, надо просто начать нормально, а не вот так вот. Да нет, как-то зомбарей слишком много. О, еще идет. Да нет, это без толку. Ты тогда держи дверь, а я его один. Последний магазин. Еще идет. Я захотел с вами поиграть. Ну ты присоединяйся, паука. Обращайся. Не, надо рестарт делать. Ну да, все, я уже. А, damn it! God damn! Все, до свидания. Ты меня решил бросить, да? А, черт возьми!
козлина меня бросил. Гореть в аду. А, черт, моя жопа, все. Моя жопа накрылась мне сразу. Ну все, я буду мстить. Я буду мстить. Да, если я доживу. Я иду к тебе, я иду к тебе. Сейчас я забрею. Там где? Я иду. Жулик. Я иду надирать тебе задницу. Я тебе вставлю 45-й калибр. Так, все хорошее ответишь. Бросил. Моего боевого товарища, да, гибель. И мне ссылки на ВК на эмуле и группу стрима. Тут по луке были ссылочки. Я-то не знаю, сохранились они у меня или нет. Но если найду, я тебе скину. Себя не догонишь. Если прям вот дальше. Ты даже не знаешь, куда я уже убежал. Ну, я-то догадываюсь, куда ты пойти. Я иду-то выйду. Понемножку шаг за шагом. Ты раньше гуфнишься. Ты, по-моему, за этим как. За канистрой сходил, наверное. Блин, еле ходит. Ну, я тебя догоню. Я все-таки быстрее персонажа нет. Подождем, пока ты гуфнишься. Эй, я уже иду. Да. Когда же ты там гуфнешься уже? А, все, я гуфнусь. Вот, зашибись. Так, ну все, сдаемся, короче. А ты этот живой еще или где-то? Живой еще, ну блин, тут уже я сдался. Ну а где ты сейчас? В это, где канистра, я туда пришел. Блин, ну ты не сдавайся, может сейчас... Да не, все, ГГшечка. Ну до последнего. Там просто зомби, где канистра, у меня ни оружия, ничего нет. Здесь на этом уровне надо сразу код ввести и сразу валить. Ну, в общем, короче, я ГГ, все. Я тоже сдался по-хорошему. Да. Накрылись медным тазом. Ну что, давай тогда, не знаю, может другой сценарий. Ну да, кстати, мы можем сейчас запустить госпиталь. Он, по-моему, попроще будет, если так посмотреть. О, госпиталь, по-моему, далеко не попроще. Да, какой же ты считаешь, что пожарный или что? Ну, это да, вообще-то госпиталь будет попроще. Если пиявочника ликвидировать, то он будет попроще. А если кто-то из нас не гуфнется? Кто не гуфнется? Там и зомби не так часто лезут. Ну да, там не так много зомби. Так. На трех игроков или на двух создать? Давай на трех. Может, тут зайдет. Хорошо. Так, ну если госпиталь, там доктора выгодно брать. Тогда ты возьми Джорджа. Угу. Там же комната может целая быть... для него будет. Угу. Там еще лекарства дополнительные будут. Да, я ампул. Халявные. Я бы, конечно, мог бы взять Синди, но нам нужна огневая мощь. Ты что, за Синди на кошмаре? У нее же травник есть. Ну, завалят раньше, ты что? Ну, тогда, наверное, я не знаю. Джордж и Кевин, что? Да, пусть будет Кевин там. Пиявку с чего валить потом, блин? Да. Захани. Хотя потом, по-моему, на третьем сценарии патронов для Магнума Кевину нет. Даю. Ну, блин, 7 пуль его, это уже... Ну, с другой стороны, ему дают то ли пистолет полуавтоматический, то ли автомат МП-5. Не, нам на кошмаре, поверь, автомат не дадут. Да, на кошмаре не дадут автомат, там, по-моему, только пистолет, наверное, дадут обычный. Стандарт. И то, может, хуже. Ну, хуже нет, кроме Беретты, наверное. Ну, если только ножик, может, дадут. Так, что-то я... Кошмар ли я создал? Ты заходи, давай. Сейчас. Пистолет. Включаюсь, беседа. Наверное, кошмар. Ну, ты какой, Верик Хард или Хард? Да вроде, я просто
Слушай, ну вот так игра вообще просто преображается, честно сказать. Естественно. Так, пока в комнате минуты, это надо Коляну скину ссылки, он прямо, видать, загорелся. Да, и по Вухе тоже скинь ссылочки, если получится. Я кину... А, ну он на Ютубе у тебя. Я бы на ГГ кинул ссылку. Можешь к тебе на ГГ зайти? Не знаю, Павуха, ты можешь на ГГ зайти? Ты ему, кстати, можешь ВКонтакте скинуть, у меня ВКонтакте есть, можешь его друзья добавить. В принципе. Так, ну я пока за хавчиком схожу, сейчас приду. Ты любитель. Да, 2 часа ночи, а я сжать хочу. Да понятно, что потом. Так, ну я пошел. Да, я пока ссылочкой поделюсь. Все, я тебе там в чатике кинул и на эмулятор настроенный, и на игру образ. Я тут. Да, с полным ртом еды. Короче, раз никто не зашел, я предлагаю тогда на двоих все-таки пересоздать, чтобы сложность была чуть поменьше. Ну давай. Так. Беседа. Готово. Два игрока. Очень трудно. Friendly Fire вот бы еще включить. Нет, ну спасибо. Так, все. Кстати, сценарий называется Улей. Так, а где ты создал? Да, все, Very Hard. Ага. Все. Проблема небоевых персонажей в том, что в таких уровнях, где ни хрена оружия ничего не дается, вначале вообще он ничего сделать нельзя. И вообще в этом сценарии Улей, походу, надо серьезно одному стоять у дверей каждый раз, а другому... Ну, смотри. Ты доктор, в принципе, я буду тебя как охранником защищать тебя. А, я буду там антивирусные капсулы и прочую фигню делать. Да, я буду просто как бы тебя охранять. Все, госпиталь в осаде. Полный осаде. Вообще у них довольно крепкий госпиталь. Я думаю, что он негодует, как я тебя бросил в трудную минуту. Ну да. Ну там была безвыходная ситуация. Да, видно было. Так. Все, я поел. Вовремя. Так, что у нас здесь? А ну-ка вызовем медсестру. Что мы имеем? Там. А вот и... Чат. Кстати, ты знаешь, во втором аутбрейке, что еще хорошо, у каждого персонажа вначале будет по дополнительному предмету. У доктора пистолет для инъекций, у Кевина обойма, у Марка тоже обойма. Там скинки не в ВКС, сложно, я не могу сам изменять. Я... Спасибо. Так, ссылки. Оба, слышь, в общем, мне закинешь потом эти все ссылочки? Я уже, кстати, в своем чатике на канале кинул их Коляну.
Ну, в общем, я тебе скину потом ссылки, я посмотрю. Ну что, тут медлить нельзя. Давай. Надо по-бырому избавиться от этого гада. Кстати, как там дверь? Все, держим дверь. Полезли. А еще у меня создалось впечатление, что в лаборатории дверь нельзя держать. Лабораторные двери? Да, потому что они же открываются сами. Вот они, гады, валяются. Так, метлу себе бьем. Ага, да. Сейчас приберусь тут. Да, засмотри, какой бардак. Нагадил. Он и программе. Так, я возьму себе одну травку. Кстати, ну, тут же отравляющих монстров нету, синей травы. Это нам бонус. Это я тебе буду делать. Да, таблетки. Это уже бонус, считай. Я вот не помню, там бесконечно, по-моему, таблетки у доктора. Даже не знаю. В кабинете его. Я возьму палку, чтобы этого пьёчника кину. Так, костыль тут у нас еще. Хочешь, возьми себе костыль? Да, сейчас костылеет. Я же доктор. Костыль дам тебе. Вот тут сейчас залягу. О, пистолет. Так, я очень... Ты пистолет себе оставь. Гаси, гада. Все, бежим. Валим, валим, валим. Блин, если бы четвером играли, вообще был бы огонь. Так будем на следующих стримах? Я только за, я только за, я хочу уже. Банда уже собирается. Так, ну я тогда возьму костыль, если что. Пистолет забираем. Так, тогда я тебе даю костыль. Да, оставь себе. Нет, тебе нужнее. Тебе хоть какое-то должно быть оружие. Метла это слабое. В общем, костыль самое лучшее оружие. Ну что, сейчас начнется жаркое. Да, сейчас будет жара. Но нам нужно сразу поехать, ввести код. Я-то коды помню, некоторые. Ну это хорошо. Код на крышу помню. Вот будет стёпь, если коды другие. Ну я помню почти все коды. Сейчас эти же зомбики еще падлы повстают. Вот этот бродяга тут ходит. Да, сейчас у нас тут начнется. На еврея похож. Скорее на араба. Так, ну, сейчас начнется. Сейчас начнется. Так, зомби сзади, я покрываю. Там у тебя пиявка будет, или может две. Да, ногами я бить не умею. Воу, как это так? Я же прицелился. Она же должна откинуться. Все, ногой по ней. Она, по-моему, даже не чувствует. Блин, эти глюки. Да что за хрень? Как так? Нафиг, блин. В закрытых помещениях лучше. Так, гемостат. Что надо было сразу? Сожру-ка я гемостат. Ты учини же гемостат, он понадобится. Уже сожрал только что. Зря. Я один. Тут мест нет. А ну иди сюда, ты. Теперь можешь. Не достаю. Ну что, вот вали его отсюда. Критом. Неужто завалил? Я могу так сразу сделать. Так, ну что, куда отправляемся теперь? Так, нужно на первый этаж включить лифт. В общем-то, я завалить явочника, он нам проблем доставит. Так, а джутик без грибков подойдет? А, без грибков не подойдет. Классно, кстати, назвал. Вот тут швабру нашу. Погнали. Так. Павуха без крюков никак не подойдет, потому что управление на грибки тоже рассчитано. Там звать персонажа. Ну, конечно, может подойти, но не знаю. Ну, без них можно. В принципе, можно. Лучше с грибками. Ну, можно и без них. Просто с грибками удобно. Быстрее лифт вызывай. Так, сейчас зомбячка влезет. А, нет. Да, давай скорее в лифт. Залезай в лифт, залезай. Куда едем? А первый. Че это я уже? Самый нижний, первый. Ты, я случайно на кружок по привычке нажал. Кстати, это синяя трава есть для тебя. Сейчас сделаем этот антивирус. Самый крутой, тут же два антивируса. Есть сильный, а есть слабый. Да, тут зомби лазят. Да, они тут везде. Подожди, ты меня с этажом, походу, надурил.
Нет, B1, Даш. Ну, в общем, я сейчас введу код, а ты дальше отправляйся там с ящиком разбираться. Меня тут окружили, сволочи. Так. Я уже свалил. В общем, я код введу, а ты отправляйся на нижний этаж, когда я веду. Все, я уже еду на B1. Вот, блин, пиявка. Воу, воу, что-то вы тут много присосались. Ах ты. Так вас много, блин. Давно уже на харде таком не играл. Так. А они все сыпятся, а? Вот тут хорошо в комнате. Ну все, мне сейчас кирдык, ну, возможно, наступит. Ты что, шутишь, что ли? Нет, ну тут вылез пиявочник, о, я нашел спрей, может не наступится. А где ты лазишь? Нет. Ну где эта комната? Блин, не успел ввести, я ничего, ни хрена. Зажал я лишних 300 рублей, чтобы с руками взять. Ах, ну, тут уже по обстоятельствам. Нет, с грибами тоже, без грибов тоже по... Нельзя, нельзя лечебки. Так и бывает. В магазинах. Так, ты тут? Да. А вот я тебя вижу. Так, профессор, нам нужно срочно активировать панель. Нужна помощь, ваш пакет крови нужен. Срочно. Желательно два. Ах, пиявки сраные. Да они повсюду, сволочи. Вот он тут ходит. Давайте активируем мегасистему. Восстановление. На тебе. Ах, сволочь. Черт, пацанул. Травку зеленую хочешь? Так, я сейчас ввожу код. На тебе. А ты смотри, пиявка. Я на пиявке костыль поломал. Такие они крепенькие. Я сейчас с синей травы таблеточку сделаю. Так, один заработал. Второй. Все, отлично. Кстати, бери синие травы. Там. Уже сделал одну. Так, вот прятаться или что? Да, я прятаться. Попробуй паук. Пиявок или что ты там делаешь? Я пока пиявок давлю. Так, что ты там говорил? Травки взять? Ну ты уже взял, по-моему. О, хирургическая. А вот что-то еще блестит. Воу, 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 что так быстро схватил-то? Короче, валим, тут слишком много кровососов. Ух, успел. Ты вышел? Вышел, теперь куда? Так, теперь нужно идти на нижний еще этаж, еще нижний. 2F. Эк. О, ты дохлый уже, что ли? Я сейчас вылечу, нормально. У тебя гемостат, а пиявка долбая. Да, не бесконечно, короче. Кстати, у доктора тут есть удар особый. Да, удар всем телом, кажется. B2F? Он так, знаешь, по-особому пригинается, бьет, потом нахрен отлетает этот хрен. Ну удар всем телом как-то берет. О, таблеточки это делают. Да, доктор, конечно, даже полезнее Синди будет. Ну конечно. Хотя у нее, кстати, в этом в Outbreak'е втором, там у нее особый предмет, защищающий от... О, патроны на пистолет. Хапай. Так, беру. Не нужен гемостат? Не. А швабра? Тоже не нахрен. Так, у меня пока пистолет есть, кстати, патроны так, надо. Так, что там на столе что-то лежит вон? Это всякие эти. Оно выделено как-то. Да, всё, да, да, вон. Карточка, чё ж ты её положил? Карточка? Что за карточка? Вот карта первого уровня. Ох, откуда она тут взялась вообще? Вот даю, профи. По идее, она должна быть вообще в другом месте. Я говорю, тут лежала, блин. Ничего себе. Рандом. Блин, в одиночной игре вообще все по-другому. Да, я это еще увидел в том сценарии. А вот и пиявочка. Вот, что там лежит. Гемостат, хрен с ним возьмем. Так, ну вот у меня еще один гемостат, можешь мне взять. Все, сейчас избавимся от пиявочки. Да, в общем, давай тут поменяй все. Сейчас я им тут коровушки положу. Держи, друг. Иди. А возьми пока этот гемостат. Да у меня есть уже один. О, еще один, чтобы место не занимал. И, кстати, можно же соединить? Можно. Все, давай теперь активируем тут у нас. Хочешь меня вместе с ним зажарить? Нет, надо. Я этот солярий приму.
Солярий. Любитель солярия. Ну все, теперь все, сценарий элементарен. Ну как элементарен. Ну он стал немножко проще. Смотри, это только пиявочка. А ведь еще зомби до хрена будут лазить. Они хотя бы не так, как в тех. Здесь ну, хоть житье есть какое-то. Да, здесь хоть немножко полегче. Так, там нужна карточка еще. Взял карту? Не, я не брал ее, ничего там не было вроде. Вот карта блестит. Бери. А, ну она глючит. Надо выйти и обратно зайти в комнату, тогда можно. Только глюк есть в сетевой игре. Может я возьму? Попробуй. Не, она горячая слишком. А, остыть нужно, блин. Да, ну тут передышечка такая хорошая. Вот, сейчас мы возьмем. Сожрать что ли зеленую траву или оставить пока не трогать? Лучше сохрани ее. Годится. Все, я взял карточку. Даже еще одна карточка есть. В смысле еще одна? Типа для второго игрока, как я тебя понял. Давай тогда тебе отдам две карты. Хотя, наверное, я эту карточку лучше применю. Она уже место не будет занимать. Тут же у нас уже дверь есть, которую надо быстро открыть. Ты можешь, кстати, уже на крышу лезть. Ты хотя все уже коды ввел? Да. Ну, на крышу лучше, конечно, одному тебе не лезть. Не, я не полезу. Лучше сейчас лазить вдвоем. Да, сейчас я тогда этот применю быстро карточку. Ты стой возле лифта. Я сейчас применю карточку. Мою быстро. Когда применим? А твою на первом этаже. Хорошо, что я вообще нашел. Ну, да. Кстати, тут зеленая трава, кажется, есть. Блин, ну что? Так, с красной сделать гемостат или лучше тройную хилку? Нет, не, лучше тройную хилку делать. Поверь, все хилка понадобится. Все, ты карту заюзал, да? Так, тут пиявок до хрена, блин. Просто. Завалил. Все, туда пока не идем. Идем мою карту. Все. Можно и твою, конечно. Давай шустрее. Пиявки, пиявки. Так, давай на первый тогда. Первый. Или B1F. Там заюзанем ту карточку. Ну ты заюзани, короче. Вообще, конечно, туда нам, по идее, надо идти за ключом еще. Так что, наверное, лучше пойти сразу за ключом. Сейчас вот эту готов все завалить. Блин. Ты должен это, подальше лучше от них, стой. Сейчас. Подальше лучше стоит от них, как бы, и стрелять сдалека. А я, кстати, здесь еще вот так в стойку сейчас бою встану и... Так, как ниндзя встань. Так, кажется, отлично. Всё. Допинай ногами, если... А, все, уже. Применяй карту. Снаружи нет ничего, кстати. Нет, там ничего никогда не было. Ну чё, так. Куда теперь идем? Товарищ. Перейдем за ключиком. Надо за ключиком пойти. Тут ключик надо забрать. Да, этот сценарий, в общем, видно попроще тех. Да, конечно. Хотя, блин, это, знаешь, до первого гуфа. Вот так, это тоже гуф. Кто зомбаря? Я его сейчас. На тебя. Вот, дал я как. Ага. А я ощущаю его. Ай! Вот так. Сволочь. Так, травка красная не нужна в данный момент. Нате. Да блин, да что ж он такой? Нате, сволочь. Че тебе кровь остановит? Да, кровь пошла, черт. Надо добить его. О, еще один! Вовремя! Тут криты надо. Ах ты. Так, я сейчас. Все, отходи, крит, давай, гаси когда. Сдохнет. Чё ж ты криты не делаешь? Я же ранен. А блин, еще третья. Блин. На, гемостат скорее, пока валяется. Скорее хватай. Беру, взял. Тюк-тюк-тюк-тюк. Ух, я успел отойти. Я еще как... Уже полезли, гады. Давай лучше пойдем дальше, а то эту песню. Да-да-да. Труба, кстати, тебе нужна? Или... Так.
Блин, тут же зомби провалились. Короче, за мной туда, в новую комнату. Ах ты ж. Ну вот, падаш, а. Мне помочь? Сейчас попробую свалить отсюда и завязать аптечку. Пора. Завалил, сволочь, поднялся. Сейчас аптечку сожру. Вот здесь есть, кстати, с моей синей хилка. Все, засожрал. Все в порядке, отлично. Нет, тебе сейчас сделаю таблетку. А, спасибо. Все, забирай. На. Так, кстати, вот тебе возьми швабру на всякий случай. Круть, швабра, всегда мечтал. Труба еще одна. О, бери, вообще ништяк. Так, ты тут стой лучше, я возьму быстро ключ. Все, а я дверь подержу. Да, дверь подержи, хотя тут никто не врывается. Да. Так, тут я вот до хрена просто. Тут я... Что не пытался бы? Смотри, пиявка удар трубой выдержит. Ну да. Да блин, чтобы провалить. Ты смотри, и... сколько тут. Так, у меня 59. Так, лучше на них не обращать внимания. Трубу чёрт. Побью они пока. Так, я нашел патроны. Ты очень тратишь их, трубу лучше оставь. Я уже ее поломал слегка. А, сыпятся. Еще сыпались новые. Дали. Кстати, по-моему, Дэвид может еще поврежденные предметы восстанавливать, насколько я помню. Да, что такое может делать, кажется. Давай там лутай. Все, я взял ключик. Все, я иду. Ключ прямиком из второй части. Ага, кстати говоря. Тебе, кстати, гемостат нужен? Нет. Но если хочешь, нет, могу взять, таскать. Ну, возьми, потому что мне место уже тоже. Трубу дать? Нет, у меня пока пистолет есть. Так, ну все. В этом сценарии есть, хоть есть места передышки. Да, но у меня уже 60% вируса, между прочим. А ты что, падал, что ли? Нет, меня кусали до хрена. Слушай, оп, ах ты. Беги, 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 беги. Так, бежим, все. Вот еще одна. Беги, 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 просто беги. Вот, бери, травка. Блин. А... Бери траву. А черт, какого хрена? Я же отодвинул. Блин, ну что за читерство? Это игра честно. Свалим. Все, ухожу. Блин, игра просто читерит нереально. Сложности зомби... создает. Да, вроде бы идет зомби, но он как-то внезапно передо мной оказывается. Сзади, сзади. А? Блин. Нет, не туда, не туда, не туда, не туда. Я от страху. Эх, блин, крысишка. Да, надо было. Нехилка. А надо на крышу подняться. Все, сейчас на крышу поедем. Так, и ты со мной? Да, естественно. А ты вот эту комнату заходил? По-моему, да. Мы заходили туда уже. Ладно, да, не важно, ты себя чувствуешь. Хреново я себя чувствую, честно сказать. Надо, короче, что-то делать. Хилочку тебе надо найти. А, еще гемостат, может, сожрешь, чтобы это... Вирус остановить временно. Не, я лучше сберегу, мало ли. Вот, гемо... кстати, антивирус нашел. Жри. Мне не нужен, у меня 25%. Так, две вороны я развалил. Еще одна сила. О, зеленая. Видишь? И красная. Так, ты пока мешай, я тут пока полицейского прошу. Ты будешь юзать тройную хил? Да, мне вообще, честно говоря, нужна. Ну, да, не тройная, как бы, просто. Чё тянуть-то? Ой, я нашел полуавтоматический пистолет, кстати говоря. Ну, это обычный, давай мне, что ли? Давай, нет, знаешь, как... Четыре патрона на... мне, давай. Четыре? Да, может, тебе пушку мне дать одну? Доктору пушка. Нет, тебе я дам, знаешь, какой полуавтоматический пистолет, он стреляет по три патрона, ну, давай, сразу. Все равно как раз. А мне смесь. Давай, давай. Отдавай, как говорится. Держи. Так, где тут смесь? На. Вот. Я доктор, я вылечу этого милиционера. А его не вылечите. Да, к сожалению. Так, ну что, все? Да, все, отсюда можно валить. Видишь, юбку получили, пушку получили.
Так, теперь нам нужно пойти на какой этаж? Нам нужно на второй этаж, по идее. Второй флор. Да, второй F. Только я один смотрю. Нет, был еще человек, кто смотрел. Пару человек было. Они муж еще смотрит наш, нас. Еще ну, парень сейчас. Валяются. Так, ничего тут нету. Так, в эту комнату надо заходить, интересно? Может, там хабар какой есть. Тут пока там тихо. Зомби. Зомби есть. Тогда нафиг ее. Где зомби, туда не надо идти. Ну что, куда идти? Товарищ. О, травка, травка, травка. Вот сейчас сделаю аптечку тебе. Так. Так, гемостат выложим. Давай, я тебе, слушай, короче... а синяя с красной антивирус сделать? Может, тебе лучше антивирус сделать? Нет. Антивирус. Давай лучше антивирус. Ну давай. Пригодится. У тебя же уже пошел вирус по новой. Да, 65%. Все, это супер антивирус. А, нет, подожди. Это хилка и антивирус. Это супер хилка. Но она все равно нужна мне. А я тебе дам вот зеленую. Зеленую не поставишь. Все, отлично. Ты вот ее сожрал, да? Не жалеете, что ты? Бери этот. Так. А, кстати, тут же еще будет комнатка моя особая. Вот это? Да нет, нет, она там где-то на первом, по-моему, этаже. Где их тьма будет просто. Че, в комнаты эти не будем заходить? Нет, наверное, не будем, слишком полно. Единственное, вот эту комнату можно зайти. Вот эту. Без, возможно, что-то полезное могу дать. А в ту лучше не лезть. А я не пойду с тобой. Да, вот здесь. А, вот как. Так, ну тут смотри. В общем, тут сейчас будет один зомби. Вот, поэтому я не пойду туда. Я вот туда хедшотну сейчас. Там это легкий. Эх, хорошо этого личмена, нет? Тут еще и костыль лежит. А, к черту, он хреновый. Я бы не сказал. Я слышу там выстрел за дверью. Это я тут стреляю. Хороший эффект, кстати. Ага. Ну все, доработали, разработчики. Ой, я тут еще что-то нашел, патроны. А, нет, антивирус, что ли? Ну, тебе нужен. Как закон... а. Как таймер пойдет по новой, сожрешь. Антидот нашел зеленый. Зачем он мне вообще нужен на этом стадии, я не понимаю. Сожрешь тоже потом. Траву зеленую нашел тоже. Все, захожу, короче. Тебе нужна трава? Ты меня... Да я сейчас смешаю сделать двойную зеленую. А с двойной зеленой что-то получится скрафтить? Я вот не помню, что нам с двойной зеленой получится. По-моему, ничего не получится. Получится обычный зеленый антивирус. Так что очень не рисковать. Давайте, в общем, сейчас держи траву зеленую. Ты уже все тут зачистил. Почти. Всё, двойная костыль. Хилочка есть. Так, я возьму костылек. Мы что-то чересчур аккуратненько сценарий проходим. Ну это же хорошо. Это никто не должен. Народ требует хлеба зрелищ, да? Чтобы кто-то там в западню попал, кого-то сожрали, кто-то заорал о помощи. Ну, тут у нас уже будет такое зрелище. Так, теперь можно на первый спуститься по лестнице. Пойдем. Блин, вот небо и земля, играть в сетевую игру с живым человеком и... Нам... Блин, она изначально под нее рассчитывалась, видишь? Да. Тут, кстати, смотри, железная труба валяется. У меня уже есть одна, гемостат могу выкинуть. Ну, кстати, да, может даже как... Дай мне как антивирус. А эти костыли. У тебя уже пошел таймер. Mm-hmm. Давай костыль свой. На, кушай. Ась. Таблетч. А вон там будет, я помню, кабинет вроде. Но там будет зомби много, это я тоже помню. Блин, я что-то, у меня такое чувство, что я не доживу, по-моему, до конца сценария. А что где уже там? Ну, учитывая, сколько раз меня коцали. Тогда вот, я может... буду это делать сейчас. Все, ты переключил. Слушай, я тогда буду делать этот тройной... Тут еще пистолет. Тройную хилку сделаю и... Антивирус с нее тогда тебе. Угу. Все, костыль к черту. И пистолет нужен обычный? Да не надо. Лучше ты криты. Да, лучше под криты мне. Ну, в принципе, наверное, на босса мы затащим вот таким арсеналом. Там у нас будет двое. Ну да. Не забываем, там еще трубы есть всякие. Пар, который выпускают. Че, туда не пойдем? К моей аптечке? Давай, пойдем. Вопрос в том, стоит ли оно того. Не знаю, не знаю. Ну что, загоняем, там антивирус, может, забодяжим тебе. Давай. Опасно, блин.
Опасность — наше второе имя, друг. Так что проканаем это дело. Пройдем. Ладно, ребят, я спать точно с ним. Пока. Давай не успокоим. Спокойной ночи, товарищ. Спи сладких тебе снова, дружище. Спасибо, что зашел. И чтоб всякие личмены к тебе не приходили. Да. Так, я открою вот этот замок. Он закрыт на легкий замок. А тут патроны, между прочим. Не нужны патроны? Не, мне патроны лучше не давай. Блин. У нас мои... В общем, я тебе дам аптечку, а ты мне этот, как... Всю трубу оставил я. У меня хилка есть. Может быть, хилку тебе дать вместо красной травы? Да, у меня тоже хилка есть, двойная зеленая. Нет, фул хилка, у меня фул хилка почти. Зелено-красная. Не. Идем дальше. Блин, ну у меня ключ, просто тут ключ валяется. Ну мы ко мне в комнату зайдем, мы. Ну ладно, в общем, если что, здесь ключ остался. Его валить не обязательно. Да. Вижу спрей. Вот синяя трава, отлично. Синюю траву. Ах. Как она сюда добралась? Блин, я же в нее стреляю. Ё-моё, что бред? Ну это читерство, а не игра. Все, я свалил оттуда. А, ну я тут такая. А вот и мой кабинет, как говорится. Тут должен быть халявный. Во, рекавери медицин, отлично. О, готовь там таблеточки. Мне нужна одна зеленая трава. О, слушай, блин, у меня уже тут... Иди сюда, нет. Сейчас столько аптечек дам. Ох, у меня уже антивирус тут. Да, аптечки у нас уже пока проблем нету. О, что, только две, что ли? Мне нужна одна зеленая трава, и я сделаю антивирус сильный. А у меня нету этого как-то. О, картки левел 1. Это куда? Левел 1, она уже не нужна. Это у него тут собственная персональная карточка. Короче, аптечки Рейн. Иди хапать на халяву. Иди сюда в комнату, зайди, блин. Захожу. Жри гемостат на. Того не бери, ту барахна. Так, вот тебе спрей. А вот, кстати, красный. А, это ты такой. Мне зеленая трава одна нужна, я сделаю тебе антивирус. Слушай, тут еще аптечка. Да? Зеленая трава. Двойная. Блин, трав полным-полно. Все, идем отсюда. Кушай время от времени, короче. Да. Ведь, конечно, тут вообще. Давай я тебе дам две таблетки этих синих, ты будешь, когда у тебя вирус это, будешь жрать их. Давай. Только надо свалить с этого места. Я тебе дам тогда хилку одну какую. А ты вот там был в той двери? Да. Уже был в той комнате, да, там? Не, вот в этой я не был. Пойдем. Вот тут мы не выйдем, там закрытая дверь. Тут, кстати, зеленая трава и будет. Во, зашибись, сейчас я тебе антивирус сделаю. Да, и доберманчик будет. Вот он, мочига, да. Да, блин. Тут я сейчас все равно этих аптечек надаю. Где то вон он. Не-не, так не стреляю, в общем. Помахиваешься. Да я же стараюсь, чтобы попасть. 11 пуль. Так, на тебе эти. Сейчас антивирус забадешь. Вот он. Антивирус самый большой, на. Я уже тут 2%. Так, и давай вот эту травку, и вместо нее дам тебе две таблетки, потом будешь тоже жрать их. Доберман да. Тут, конечно, очень редкий. Да, это вообще редкий. Два раза за всю игру встречается. Так, на, вот тоже пожрешь, как говорится. У меня три аптечки с собой, настоящий доктор. А вот и зеленая трава тут. О, кстати, давай, да. Сейчас еще... А, хотя не, мне синяя теперь нужна одна. А, тройную сейчас зеленую сделаем. Да, вот тройная. Попробуй скрестить с этой. Так, ну тут не выйти. Рискнуть скрестить. Что это?
тройную зеленую с этим. А ничего не выйдет. Там полтули зеленая таблетка выйдет бесполезная. Да, думаешь, я. А, может их там три сразу будет. Короче, опа. Беги. Сволочь. Все, уходим отсюда. Да, ну уже пора, короче, сейчас валить. Падлы. Я же тоже как твой джойстик там скрипит. Ага, сволочи. Так, я беру. Бросил доктора. Я... Да, ты уже доктор. Доктор, ты там этот... Может, ты таблетки дать, доктор? Сожру. Нет, ты кушай лучше ее. Так, ну все, тогда попёрли. Вот так сделаю. Яблоки сушиться поставил, думаю, успею на смене. Ты ж послеживай за это, как только у тебя вирус начинает идти, жри эту зеленую, синюю точнее. Яблоки поставил паука, ну яблоки сушу, штяк. Пока у тебя действует антивирус? Да, пока действует. Ну, давай, что? Короче, нам уже осталось тут, в принципе, так, финал. Куда идем? Идем на финальную стадию, F1 этаж. Патронов нам должно хватить. У тебя два пистолета. Более там, по-моему, еще дадут даже. F1, B1F, кажется. B1F, поехали. Может быть. Ой, там сейчас. 2F. Блин. По-моему, 2F, блин, я ошибся. F. 2. B2F. Это. Это сейчас. Хотя нет, это на первом этаже толпа ходит. Все, вот сейчас надо бежать, просто бежать. Так, где ты там делся? Я тут. А куда делся? Я тут. Я уже зашел. Куда именно? А, вот дальний проход. По коридору далеко. Так, дальний. По лестнице не спускался? По лестнице нет. Нет, ты просто на лифте. B2F приедет. А, это ты говоришь 2F, а я на... Ты на B2F. Да нет. Чё ж ты путаешь? О, да тут еще спрей, трава, блин, да хрена, блин. Решил поиграть. Ага. Тут спрей, трава, блин. Я пока ключик применю. Кстати, тебе как раз тут патроны остались. Так. Опа, ролик пошел. Так, подожди, там мне сейчас через зомбик тебе надо бежать. Ну, там-то не особо врагов-то и нету, кроме пиявок. Погоди, я уже спустился на B2F. Ну, и просто по коридору дальше. По коридору дальше бежим. А, ну правильно, это же там, где котельная, вон. Или карточку применяли. Нет, это ниже, еще ниже. B2 ниже еще, под этим этажом. Нашел? Подожди, ну это в туда, где карточку применяли. Да, только ниже. Спуститься Чайков мимо там... зомби и пробежать. Так, а там что, зомби есть, что ли? Не знаю, сейчас глянем. А, вот, ну наконец. Так, смотри, вот тебе патроны. Держи. Перезарядиться, типа. А. Еще и спрей есть, трава. Тебя буду лечить. А спрей так. Нельзя смешать? Не. Спрей не получится. Давай, я возьму, не, я спрей возьму. Да мне лучше здесь... спрей, а тебе хилки. Вот, смотри, вот здесь есть что-то зеленое. Где я стою? Жу, товарищи, бой готовы. Я пока магну. Так, там меня... зеленое нам не понадобится. Патроны. Да, уверен? Зеленое нам понадобится, между прочим. Так, погоди, два, так, Гимас. Таблеточка одна у тебя осталась. Давай мне лучше спрейнер, а я тебе красную с зеленой дам, чтобы я тебе еще подошел, подлечил спреем. Ну давай. Так, сейчас. Ты будешь главный дамагер. Ага. На. Все, ну погнали, короче. Так, у меня, короче, я взял кольт полностью заряженный, 7 патронов. В общем, постараюсь сейчас садить поаккуратнее. Че, у тебя ролики не глючат? Пока вроде нет. Сейчас все настроил правильно, как я понял. Вот вдвоем сразу в лодке.
Да, сейчас смотри, сейчас нужно аккуратно держать танк. Как почувствуешь, видишь в воде такой белый, как бы, отблеск. Да я помню, это зараза. Здесь тебе чуть побольше мне пошмалять придется. Ну, у нас еще есть трубы, если что. Рассчитываю на 7 точных попаданий от твоих. Я постараюсь. Так, ты че к ней повернут стоял? Воу, воу. Отбегай. Так. Ты сволочь. А я так хитро сделать. Так, рам, попал в раз. Привет, Блейк. Hello, Блейк, Бастерс. Yeah, best game. Very best game. Так, ты его мани, а я буду целиться. Манит. Тебе надо близко подойти. Мне так пистол пускать. Оу, надо еще 4. Зашел. О, ну, беги. Так. Ах ты зараза. Так. Так, где надо? Ты ж сволочь. Так, я что там по хп? Да вроде пока еще нормально. Блин, щупальца. Подойдем поближе. Так, пора жрать аптечку. Сожрали. Аптечку маленькую сожрали, таблетку. Так, пар. Получай, сволочь. Так, еще один пар сверху. Получай, осторожно. Сволочь. Так, тут сейчас будет взрыв, смотри, отходи назад. Надо ее сейчас манить. Так. И так маню как могу. О, вот и патроны закончились. Так, сейчас здесь еще дальше надо. Как хорошо мне. Давай там. О! Изи! Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby, да. Так. Все, завалили, вроде все живы, здоровы. Да, полечим тебя. Да, я уже вылечился. Я уже все. Все, отлично. Значит, так, побежали. Ну все, сценарий мы прошли. Остались самые хардкорные. Да, четвертый, пятый и второй. Магнум сделал свое дело, скажем так. Я ж тебе говорил. Жаль, тут они вдвоем не идут. Да. Constant companion. It lurks in the shadows, ready to strike at any moment. Today, it chose me. Yet somehow I kept it together in that suffocating hospital. I suppose I should be thankful for that. Вообще, в Америке, конечно, канализация знатная и вентиляция. Ну, тут на 98 год. Что все нормально. Ранг Д. Кстати, глянь, 39% только в сценарии сделано. Угу. Так, ну вроде бы все. Прошли. Спасли тебя. Так, ну вроде бы все. Ты еще будешь играть? А вы что скажете, товарищ? Ну, я мальца немножко устал, скажем так. Ну, тогда можем на сегодня тогда закончить. В принципе, да, мы и так прошли, в принципе, два сценария. Три сценария, два сценария. Два с половиной, даже три вышло, если так посудить, с гуфами. Так что, нормально. Ладно, удачного стрима, не забудь ссылки скинуть. Да, обязательно, Павлов, тебе спокойной ночи. Я тебе скину со стрима. Так, ну, в общем-то... Ох, погоняли. Да, спасибо, друзья, все, кто были, смотрели, болели. Да, так что, друзья, thanks, всем спасибо. For everyone. Thanks for everyone, friends, my friends. Ну, в общем, всем счастливо, друзья, всем сладких снов. Увидимся завтра, как говорится, на стримах. И, в общем,
Поезд в шоколаде, друзья, это был Отберг, сетевая игра. Сегодня у нас был товарищ Буба. И я был сегодня Сергей Ларин, товарища Буба. Так что, всем приятных. До новых встреч, друзья. До новых встреч.